Ванька штык поднял к 98-му. Тухленький, да? Ну да. Подубитый. Он просто в помойке там был или что? Да, он это просто кирпичом придавлен был. Убитый, да. Свинокольчик. Он как раз у меня и нужен тут. Еще одна помоечка. Тухлые ножны для тухлого ножа. Тоже дубовые. Жаба. Кожинки идут. Фунфырики, даже медицинская перчатка. Тоже госпиталь где-то был тут. Так. И сейчас буду доставать. У меня банка для пороха бакелитовая там. Неужели мне наконец-таки удастся вытащить, да, целую. Не накаркать бы. Сейчас посмотрим. Целая ли она? Вот в чем вопрос. Всякого говна стеклобитого. Целая, слава богу, целая, без трещин, с крышкой, довольный, конечно. Баночка под хабар. Ну-ка. Помоем, что тут где-то были вроде надписи должны были быть. Не ошибаюсь. Это вроде трещинка есть, незначительная. Ну ладно. Так, вонятки тут находка. Крышка от котелка. Без этой. Без ручки. Мятенький. Так, рубанул, она подгнила все равно, ушедшая крышка. Идем друг другу навстречу, я с той стороны, типа траншейки. Еще что-то? Крышка от чего-то. Какая-то, да, что-то такое, что-то интересное. Да, крышка, подавили мышки. Алюминиевая, да? Да? Да, мятая. Сейчас покажу. Гвозди. Типа резьбы такой на ней. Выровнять, наверное, можно. Да можно, он же мягкий металл. Колпачок от чего-то, наверное, алюминиевый. Так. Тут тоже у меня ремешки кое-какие вылазят. Так. Кожа она дубовая, никчемная. Так, что еще? Вторая банка вот вылезла, но без крышки. И по резьбе небольшой скол. Еще вот тоже банка. Вроде бы мазь была, да, тут? О! Баночка. О, бакелитовая? Нет. Стеклянная, из-под меда, наверное. С крышечкой. Отлично. Смотри. Угу. Вроде таких мед был. Такая вообще темная-темная. И крышка черная. Такую я первый раз целую нахожу. Прикольно. Я нахожу. Я просто, что это я? Ванька ж нашел-то. Бесстыжий-то. Мне пофигу, кто же нашел.
Фиг знает, целая или нет. Что-то какая-то тяжелая. Ну-ка, Ванятка, попробуй. Давай, откроем. Сделай нам красиво. Оп. Это просто толстая штука. Тихо. Что-то мазь какая-то вонючая. Очень вонючая это. Да не особо. Ну, воняет. Это да. Врагу не пожелаешь. Да. Ух, проснулся сразу, да? Сразу стал бодрее, да? А то мельдоний. Ага, придумает, блин. Добили траншейку этот кусочек. И под конец Ванятка у нас перчатку вытянул. Немецкую, подсношенную. Прямо на ладони. Стерто. Я пошел в ту сторону, тот пятачок. Уже кто-то когда-то бил, и свежий, и не добито. Идут банки целые. Вот, например, баночка. Сейчас посмотрим. Натюрморт набирается. Перчатка. Немчуковская перчаточка. Ты же видишь, тут находки прут и прут. У нас фунфыричек какой-то. Опа. Целая. Да, даже с крышкой. Деколончик какой-то был. Вот такой вот. Сейчас Ванятка откроет и опять понюхает. Токсикомана мне увидел. Да не, что ты. Я в мыслях такого не был. Что-то есть. Вода, наверное, скорее всего. Ничего не осталось нам запаха из прошлого, да? Да. Чуть-чуть какой-то прелый такой. Угу. Да, это вода. Солнце заходит, дело к вечеру. Вроде как заканчиваем. Ванятка домой пойдет, да? Да. Завтра, не знаю, придет, не придет. Дело хозяйское. Посмотрим, я пока буду. По делам. Да. Как матка припашет. Как матка припашет. Вот. Я буду один покупать. Так. Здесь у нас с этой куска траншеи вот повылезало чего. Ну, рядом штык был найден. Перчатка. Весь этот обзорчик завтра уже с утра сделаем, потому что я еще одну ямочку хочу копнуть. Вот. И потом домой. Пока приду, в смысле в лагерь, пока приду, уже стемнеет. Надо быстренько дров будет заготовить на ночь. Ночи длинные, прохладные. Дрова надо будет готовить. А я сейчас... Вон там, да, у нас сигнал был, ты подходил? Все, сегодняшний поиск закончен, уже в лагере, развел костер, сейчас чайку, ужин, буду отдыхать. Ну, обзор за сегодняшний коп будет у нас потом, в конце выезда. Там у нас и газбак был найден, такой средней паршивости, но все равно. По нынешним временам более-менее в сохране газбак, это уже хорошо. Противогазы тоже найдены были. Два газбака было в помойке найдено. Один тухлый, а вот второй в лучшем сохране. Обзорчик все в конце выхода будет. Да, катушечка не подводит. В принципе, доволен. Так что давайте действуйте, меняйте катушки на аськах в deusxp.ru, у Виктора ВКонтакте.
Начинается новый день моего выхода с ночевками в лес. Там трактор. Только отошел от палатки. Иду к намеченным точкам, что вчера наметил. Ходили там, шел на обратный путь, тоже на городочек набрел. Сигналы идут. Есть палатки, неглубокие землянки, блиндажики. Вот посмотрю. И тут, вот буквально рядом с трактором, с лагерем, ямка, сигнал, копаю. Тут идет какая-то резина. Тын-тын. И вот, пожалуйста, идет медицина немецкая. В этих вроде бы был йод, да? Антисептик в этих ампулках, тюбичках. Сейчас посмотрим. Красота какая. Помнится, полные такие находили. Так, один. Второй пустой, использованный. Пробки разные. У одного коричневая, у другого черная. Что тут еще? Тут уже битый. А может, я разбил. Сейчас буду копать, посмотрим. Да, это я, наверное, лопатой его. Угу. Расколол еще один. Куда вас тут положить пока? О. Так вот сделаем сейчас. Сейчас мы накопаем вас. Да, это какие-нибудь бахилы, как обычно немецкие, прорезиненные. Еще третий фунфыричек вылез, медицинский. Также на самом дне кошелек. Вроде кошелек, потому что тут он, даже не знаю, что это, настоящая кожа. Змеиные или крокодилья. Или подделочка такая. Пока еще не намывал. Вот заклепка. Такой вот он. Кошелечек. Под жетон? Да нет. Вроде не должен. У них был другие совсем. Какой кошель. Так, ладно. Так. И вот горечь. Еще одна горечь. Сейчас буду делать фотографии себе на память, чтобы я помнил свой косяк. Бакелитовый стаканчик, который я рубанул, а был целый, ребят. Вот как я его резанул лопатой от души. А сделал я это, потому что здесь шли кости животных. Вот они. И я смело рубил. Они навалены были тут. Я рубил и дорубился. Вот так вот. А был целый, видите? Абсолютно целый стакан. Фарфоровая баночка такая шестигранная. Целая. И там, ребята, котелок. К
котелочек. Думаю, сохран у него, конечно, не особо. Это я опять накосячил лопатой. Слушай, он целый, нормальный вроде. Ту-ту-ту. Единственное, здесь выпуклое. Хрен знает, посмотрим. Так, не убитый. Средней паршивости будет. Такой вот котел. Вот я примял тут лопатой. Утро неплохо начинается. Пользовались, нагара много на нем. О, хабарку с одной ямки. Лепота. Как я ее не разбил? Из-под чего такая может быть? Коньячина? Я бы такой бы и сам попил бы, если пил бы. Хоп, так в лес с собой взял, да? Глотай по чуть-чуть. Для здоровья. Да, что-то есть тут, клеймо какое-то. Но ничего такого существенного на опознание не знаю. Все это видно, ребята. Такое вот только клеймо. Бутылочка приятная. Однако. Еще опять же он дно от мыльницы было убитое. Уже заканчиваю я ее ковырять. Падай. Уже чуть-чуть осталось. Все, добил я ее. Это вот хлам. Батарейки немецкие. Тюбики попадались, сыры, все как обычно, битое стекло, зубная паста, колечко, сами понимаете от чего. Такс, ну и по делу. Такая баночка, тоже расколол ее. Еще остатки этикетки на ней присутствуют. Сюда. Что, для чего это? Фиг знает. Пипеточку, что ли, вставляли какую? Еще секция маленькая сделана. Вот, придется выкинуть баночку. Так, кошель. Медицина. Бакелитовый стаканчик расколотый. Руки мне переломать за это дело. С этими клеймами. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Здесь керамическая баночка. А может, фарфоровая? Стоять, что-то вот норовит упасть, а? Котелочек. Вот такой. На полку чисто. Вон, уже сквозная. Дырочка есть. Окислы такие. Так, нашел даже вторую половинку от мыльницы. Да, такие они, сохран у них пленочные какие-то. Фу-фу-фу. Даже вот ремешок такой. Тоже, наверное, может, медицина какая.
такой вот красноватого цвета. И вот ведь случай, да? Смотрите, буквально вчера, ну для вас в той серии, в предыдущей, Вонятка нашел такой вот колпачок мятый, да? И смотрите, я примерил, это же крышка от этой вот бутылки коньячной. Подходит, вообще идеально подходит. И она, да, сразу за бутылкой лежала, эта пробочка. Сейчас закручу. Иди на место. Все идеально подходит к этой небольшой бутылке. Значит, тоже не единственном экземпляре поставлялась вермахту на фронт. Где-то в 1,5 километрах мы вчера копали. Сегодня я сейчас еще с утра, с самого утра здесь, у лагеря, ямочку эту копнул. Так, ну сейчас все это отнесу. Более подробный обзор это потом уже. В самом конце выхода будет. Это отнесу и пойдем дальше. Ямки искать, копать. Зацепился еще за одну ямочку. И опять же возле лагеря. Хожу уже который день здесь хожу, и все равно каждый раз выцепляешь какую-нибудь ямку с находками. Забито камнями большими. Вылез. Что это у нас? Стартер, генератор автомобильный. Пока не вижу. Есть тут какое клеймо на этой медяхе-то. Что-то вроде бы есть. Штамповочка какая-то. Там дальше сигнал был. Вытаскивал камни все. Опять котелочек. И опять он в картоне.